Техника выхода в Ардхачандрасану, позу полумесяца. Исходное положение стоя, пяточки, носочки вместе. Наклоняясь вперед, выставляем правую руку на уровне мизинца правой ноги. Большой палец и мизинец располагаются на линии мизинца левой ноги на расстоянии 10-15 сантиметров вперед. Большой пальчик смотрит вперед. Выпрямляя опорную ногу, открываем таз, разворачиваем его, скользим левой рукой по правой, открывая грудную клетку и, вытягиваясь рукой вперед, стремимся вытянуть все тело в двух противоположных направлениях, от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук. Вес тела 80% распределен на ногу, 20% на руку. Взгляд зафиксирован в одной точке перед собой для удержания баланса. Удерживаем необходимое количество дыхательных циклов.